Это Мартин Сиксмит, работал в службе BBC в Москве. У вас легкая депрессия. Вполне понятно, меня уволили. Но вашей вины в этом нет. Оттого я и в депрессии. Одна женщина родила ребенка в совсем юном возрасте и хранила свою тайну 50 лет. А вы мне предлагаете трогательный сюжет на потребу широкой публики. Меня это не увлекает. Почему? Не стоит ли мне написать трогательную историю? Что ж, Филомена, как ваши дела? Не так давно мне поставили новый сустав. Он из титана, так что не заржавеет. А, чудно, а то бы вас смазывать пришлось, как железного дровосека. Да что вы, это шутка, мама. Шампанское или бакс-физ? Нет, спасибо. Бесплатно. О, вернитесь. А вы где учились, Мартин? В Оксфорде, я полагаю. Вы меня раскусили. В Оксфорде, да. Она уже довольно давно ищет сына, которого отняли у нее злобные монашки. Ты спускала панталоны? Да. Если долго бросать дерьмо лопатой, в конце концов оно свалится тебе на обувь. А тебе свалилось на голову, ловкач. Не знала, что вы столь циничны. Отчего Господь, вдохнув у нас сексуальное желание, заставляет противиться им? Я не была в Мексике, но думаю, что там славно. Только вот людей похищают. Вы вовсе не глупая. Да бросьте. И не старуха. О, Мартин. Что вы пишете в данный момент? Думаю, написать книгу. Что ж, хорошо. Чему будет посвящена? Русской истории. Лучше бегайте.